эфире служба новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Чистота – залог здоровья. В Сарове прошел городской субботник. В памяти Великой Победе Саров присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». К столетию пионерии закончился городской турнир по игре «Снайпер». Далее расскажем обо всем подробно. Украденные со счетов деньги предложили возвращать за 30 дней. Банки должны будут возвращать клиентам похищенные мошенниками со счетов средства. С такой инициативой вышел Банк России. Регулятор разрабатывает изменения в законодательстве. Инициативу вводят в виде поправок к федеральному закону о национальной платежной системе. В случае денежного перевода без согласия пользователя кредитная организация должна будет осуществить возврат денег в течение 30 дней с момента получения заявления. В Центробанке сообщили, что новые правила пока обсуждаются. Сроки их введения неизвестны. Свежая версия разрабатываемых изменений не содержит предложений определить обязательную для возврата сумму денежных средств, пишет «Российская газета». Планируют только ввести упрощенный порядок возврата денег жертвам мошенников. По данным Центробанка, за 2021 год мошенники украли у клиентов банков 13,5 миллиардов рублей. Банки вернули лишь 920,5 миллионов. В Сарове с начала года зафиксировали 27 случаев интернет-мошенничества. Сотрудники правоохранительных органов просят саровчан не терять бдительность и быть особо осторожными с телефонными аферистами. Ни в коем случае не надо с ними продолжать общение, не передавать никакую личную информацию у вас, ни фамилии, ни отчества, ни номера карт, ни, соответственно, любую информацию. Банковские работники вам звонить не будут. Если какие-то вопросы вам нужно решить, обратитесь лично в отделение того банка, где у вас открыты счета. На прошлой неделе в Сарове прошел традиционный общегородской субботник. В этот день на уборку города вышло более 5000 человек. Сотрудники муниципальных предприятий, образовательных учреждений, силовых структур, ядерного центра и других организаций. Субботники – добрые традиции, объединяющие поколения. Один из приоритетов городской уборки – весеннее преображение улиц и дворов. Весну Саров должен встретить чистым и уютным. Хочется, чтобы наш город стал еще более красивым, ухоженным, благоустроенным. Поэтому каждый год вместе со своими коллегами мы принимаем участие в такой акции по уборке нашего города. Благодарна всем гражданам города Сарова, да, кто поддерживает эту акцию, в которой надо обязательно участвовать, ведь чистый город – это город, в котором мы живем, да, и надо помогать природе. На уборку города вышло более 5000 человек. Сотрудники муниципальных предприятий, образовательных учреждений, силовых структур, ядерного центра и других организаций. Инициативные жители совместно с сотрудниками администрации очистили от мусора набережные реки Сатис. Безусловно, все мы живем в нашем городе, который мы любим, который мы ценим. И данная традиция, она способствует тому, чтобы делать наш город ярче, красивее и, конечно же, чище. Саровчане потрудились на славу, однако одной уборкой не обошлось. На левом берегу Сатиса высадили 50 саженцев березы – символа нашей страны, неотъемлемой и важной части российской культурной традиции. В апреле этого года по всей стране участники городских субботников и будут не только делать свои города чище, но и сажать на улицах и в парках своих городов аллеи из березы в знак сохранения русской культуры и любви к своей родине. Такие березовые рощицы и аллеи посадили на территории всех атомных городов. День чистоты получился небольшим праздником. Из громкоговорителей фургончика играла музыка, а позже народные мелодии заиграли уже вживую. Завершили праздник чаепитием на свежем воздухе. Ржаной хлеб в регионе подорожал на 7,5%. Нижегородстат опубликовал обновленную статистику. По прежним сведениям, от 11 марта килограмм ржаного хлеба стоил 55 рублей. Его цена выросла до 59 к 15 апреля. В частности, подорожал и пшеничный хлеб на 4,5%. В прошлом месяце его цена за килограмм составляла в среднем 82 рубля, а сейчас 85. Напомним, горячую линию по вопросам изменения цен открыла Нижегородская УФАС России. Все интересующие вопросы саровчане могут задать по номеру 8 831 431 73 80. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
Особый противопожарный режим установлен в Нижегородской области. Подобные меры принимают ежегодно с наступлением теплой погоды для снижения уровня пожарной опасности. В связи с этим запрещают посещение леса при наступлении 4-5 класса пожарной опасности в лесах, пал травы и сжигание мусора. Территории лесов и населенных пунктов будут патрулировать с целью выявления нарушений. Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области на протяжении всего теплого сезона. Как правило, его в регионе отменяют лишь в конце октября. У 5-го КПП на въезде в Саров был замечен медведь. Фото Косолапова быстро распространилось в городских и региональных группах в соцсетях. Очевидцы сообщили, что агрессии медведь не проявлял, а просто стоял в кустах при въезде в город и смотрел по сторонам. IT-специалисты смогут взять льготную ипотеку только на новостройки. Об этом ТАСС рассказал заместитель гендиректора Дом.РФ Алексей Нидес. Согласно подготовленному Минцифры проекту постановления правительства, ипотеку получат IT-специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со средним уровнем заработной платы от 150 тысяч рублей для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов. Процентная ставка составит до 5% годовых. С 1 сентября вступает в силу закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Это упрощенный порядок регистрации участков и недвижимости, расположенной на них, которые в свое время предоставлялись россиянам в пользование. По дачной амнистии стать собственниками старых участков могут не только граждане, которым они в советские годы предоставлялись, но и их наследники. Для этого нужно лишь вступить в право наследования по закону. Полеты на юг России заметно подорожали. Стоимость перелета выросла примерно вдвое по сравнению с прошлым годом. Повлияло закрытие воздушного пространства. Из-за облетов путь в Сочи или в Калининград стал заметно длиннее. В частности, сейчас перелет из Москвы в Сочи на ближайшие даты эконом-классом без багажа обойдется примерно от 9 тысяч рублей на одного человека в одну сторону. В 2021 году, как сообщали агрегаторы, перелет из Москвы в Сочи обходился в среднем в 6 тысяч рублей, то есть средний чек вырос в полтора раза. Но дорожают и другие направления. Так, сейчас перелет из Москвы в Минеральные воды обходится от 9,5 тысяч рублей, тогда как в 2021 году стоил около 5 тысяч рублей. Минтранс уже разработал проект постановления правительства об увеличении субсидий авиакомпаниям на перевозки в Калининград. Однако важны и другие направления, по которым доступность авиаперелетов резко снижается, пишет российская газета. Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России до 1 мая. Об этом агентство уведомило на своем официальном сайте. По-прежнему запрещены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Саровчанину грозит срок за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Кристаллическое вещество сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили в носке 30-летнего мужчины. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. В весенний и летний период полицейские все чаще регистрируют заявления о краже велосипедов. Одно из таких заявлений поступило в правоохранительные органы 20 апреля. Из подъезда дома на улице Курчатова пропал велосипед. Установлено, что потерпевший оставил велосипед на первом этаже подъезда своего дома непристегнутым. Кроме заявителя, никто из жильцов дома на первом этаже велосипед свой не оставляет. И в подъезде установлены камеры, но потерпевший не помнит период, в какой пропал велосипед. Поэтому сотрудники полиции посмотрели один период по камерам, ничего не установили. И в настоящее время по данному факту проводится проверка. Пропажу имущества обнаружил и владелец гаража. С 10 по 17 апреля неизвестные проникли в гараж на улице Западной и похитили мойку высокого давления, деревообрабатывающий станок, две швейные машинки. В общей сложности визит злоумышленников обошелся потерпевшей 83 тысячи рублей. Еще одна кража произошла на городском кладбище. Там украли тротуарную плитку. Плиткой была вымощена одна из могил. Кладбище, родственники захоронения были на могиле в августе 2021 года. Все было на месте. А в апреле 2022 года, когда снова посетили захоронение, увидели пропажу. На соседней могиле выложена такая же плитка. И в настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление родственников соседней могилы для дачи объяснений и всех обстоятельств произошедшего. На минувшей неделе сотрудники ГАИ зафиксировали 3 ДТП с пострадавшими. В двух пострадали пешеходы. 19 апреля водитель «Шевроле Нива» сбил в жилой зоне несовершеннолетнего. 14-летняя девочка шла по проезжей части и в результате столкновения получила перелом бедра. А 22 апреля водитель автомобиля «ВАЗ» сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. И третий ДТП также произошло 22 апреля в 15:50 на железнодорожной 14.
Водитель, управляя автомашиной «Лада Веста», при перестроении не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2115, двигавшегося попутно без изменения направления движения, в результате чего автомашина ВАЗ-2115 совершила, ну, уже потом столкновение с автомашиной ВАЗ-2121 и автомашиной «Тойота». В результате столкновения машина ВАЗ перевернулась. Ее водитель получил телесные повреждения, ссадины теменной области и правой кисти. 22 апреля по всей стране стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В нашем городе ее проводит Центр внешкольной работы и городская ячейка движения «Волонтеры Победы». Подробнее об акции расскажем далее. Память о Великой Отечественной войне должна жить вечно, и только мы в силах сохранить ее. Один из символов победы советского народа в самой кровопролитной войне 20 века – георгиевская ленточка. Оранжево-черная, цвета дыма и огня, прикрепленная на одежде рядом с сердцем, она говорит: «Мы помним, мы гордимся». Ежегодно с 2005 года в стране проходит акция по раздаче георгиевских ленточек. Из года в год в ней принимает участие и Саров. 22 числа общий старт. В этот день мы традиционно проводим большой обучающий семинар, мастер-класс для волонтеров, которые впоследствии выйдут на улицы города и будут принимать участие непосредственно в раздаче ленточек. Любой человек может прийти, поучаствовать в семинаре. Плюс семинары у нас пройдут еще в онлайн-формате, поэтому те, кто не смог сегодня попасть, добро пожаловать на наш сайт. Мы все будем публиковать, все методические рекомендации по проведению этой акции. В первый день акции в клубе Центра внешкольной работы собрались участники движения «Волонтеры Победы» и военно-патриотического клуба «Разведчик». Были и те, кто захотел присоединиться, узнав про акцию из соцсетей. Ребятам рассказали про историю георгиевской ленточки и провели мастер-класс. Показали, как ее правильно завязывать и носить. Дань почтения событиям, которые происходили в 41-м году, начиная с 41-го. Вот. Чтобы люди не забывали о страшных бедствиях, событиях, потому что многое в истории теряется, многое уже поколения забывают. Это напоминание. После мастер-класса волонтеры отправились на улицы, где раздали прохожим ленточки и листовки о том, как их надо носить. Я помню, я горжусь, это не просто слова. Помните то, что повязывается на том, что сердце с левой стороны, ни на какие другие вещи. История георгиевской ленточки берет начало в 18 веке. Ее вручали только за военные подвиги. Позже к ней добавили георгиевский крест. Награду вручали военачальникам за крупные победы – присоединение Новороссии, Крыма, взятие Измаила. После революции ленточку запретили, ее больше не использовали ни в одной государственной награде. На смену ей в 1942 году пришла гвардейская лента, также украсившая боевую награду – Орден Славы. Это такой символ победы в любом случае. И нам его надо, естественно, чтить. Он берет свою историю из очень далека. И везде, где появляется русский солдат, он несет победу, он несет освобождение людям в разных странах. И вот и сейчас мы чтим эту георгиевскую ленточку, вот такую вот, да, цвета пламени, цвета дыма. 6 и 7 мая ленточки будут раздавать возле клуба патриотического воспитания ООБЦ Носилкина 10/1 и около Ледового дворца. Волонтеры будут работать с 16 до 17 часов. Кроме того, получить ленточку можно будет непосредственно в День Победы на площади Ленина. 8 сильнейших сборных 4-6 классов показали свою ловкость и выносливость на спортивной площадке в зале «Дюш и Кар». В Сарове закончился городской турнир по игре «Снайпер», посвященный столетию пионерии. Подробности далее. В 2021 году Союзу детских организаций «Сияющие звезды» исполнилось 30 лет. Всего в Сарове существует 14 пионерских дружин. Также на базе дворца творчества собирается детская палата «Галактика». Самые инициативные ребята со всех школ города. Именно пионеры стали организаторами городского снайпера среди школьников. Эта игра посвящена столетию пионерской организации и проходит в рамках наших торжественных мероприятий, посвященных столетию пионерской организации. Здесь собрались сильнейшие команды школ, где они сражаются за победу и будут вручен им кубок на торжественной линейке 18 мая. Снайпер – командная игра, которая чем-то похожа на вышибалы. Правил больше, однако так спорт становится интереснее. Детские игры, они всегда эмоциональные очень. Были и слезы радости, и слезы горя. Очень эмоциональная игра. Дети играли разных возрастов, от 4 до 6 класса включительно, и девочки, и мальчики. Это такая игра, где очень быстро все меняется. Может команда, победившая почти что, внезапно проиграть. Празднование столетия пионерии только начинается. Союз детских организаций «Сияющие звезды» приглашает всех школьников принимать участие в юбилейных мероприятиях.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.